Всем привет! Сегодня у нас стоит подписчица. Сейчас я ее зачитаю, потом приступим. Давайте обсуждать будем. Здравствуйте, Ганя. Смотрю ваш блог очень давно. Спасибо за помощь столь многим людям. Я встречаюсь с турком уже 1 год и 7 месяцев. Он из Стамбула, ему 34 года. Он карьерист, много читает, сидит за компьютером, грезит о карьере. Познакомились мы с ним в Минске. Он был здесь на отдыхе 1,5 месяца. Меня это удивило, что так долго. Знает русский язык, говорит, что по работе выучил при командировках в Москву ранее. Он работает в IT-компании, где его отец соучредитель. Мы провели 4 дня вместе, гуляли, ходили по ресторанам, все, за все платил он. Когда он вернулся домой, мы созванивались в скайпе, вайбере, ватсапе. Меня насторожило, что соцсетей своих он мне не давал, сказал, что нигде его нет из-за работы. Когда он вернулся домой, мы созванивались в скайпе, планировали билеты через месяц после его приезда покупать, но я заметила, что с сайта знакомств он не удалился. Я позвонила, накричала, что если он не удалится, то я не приеду. Он сказал, что это не он. Я выслала скрины. Он сказал, что я многое требую от него. 2 недели мы не общались. Через 2 недели он все-таки удалил анкету. Я прилетела на 5 дней. Он снял отель, платил за рестораны, водил по городу, покупал подарки и билеты. Домой не позвал, так как жил с родителями, и в его квартире живут квартиранты, как он сказал. По приезду я случайно нашла его в Инстаграме по локации нашего города. Я очень была недовольна тем, что было очень больно, и там было очень много девушек в друзьях, и он лайки ставил буквально вчера. Была ссора, он удалил всех по моей просьбе. Все шло своим чередом, я ездила к нему раз в месяц на 7-10 дней. Он снял квартиру, студию с красивым видом, купил мебель, но он пропадал на работе, и первые 6 месяцев мы не созванивались по видео вообще до карантина. Писали тексты, я что-то чувствовала, вранье какое-то, но молчала. Он часто возил то маму, то папу к стоматологу, не мог разговаривать вечером, говорил, что остается у родителей на ужин, на ночь и так далее, и мог не отвечать по 5 часов. После 6 месяцев общения в марте он 4 дня подряд почти не отвечал, мои нервы сдавали и начала плакать в трубку. Билеты были куплены, но он сказал, что ему такая девушка не нужна, которая пытается его контролировать. Почти разошлись, я извинилась, плакал, он простил, подарил компьютер по приезду, мы все забыли, карантине 3 месяца не виделись. После карантина поехали отдыхать, все хорошо, но случилась ситуация возможной беременности. Он сказал, как ничего, сделаешь аборт, если есть там что-то. Я вернулась домой и впала в депрессию. Пыталась скрывать это. УЗИ ничего не показало, но моя депрессия перешла в невроз. И на фоне 3-й годовщины смерти моей матери и выбора в стране я открыла его телефон и увидела много номеров женщин. В WhatsApp переписки, когда мы начинали встречаться, он приглашал девушек на выходные в Стамбул в первый месяц наших отношений и пару чатов с турецкими девушками, свежих. Я не успела посмотреть все и не сказала ему сразу, и просто уехала к себе. Но потом меня прорвало. Я ему позвонила, он сказал, что я больная, у меня паранойя, и это все кузины его. И первый месяц у него были сомнения, надолго ли мы, и вообще... Мы почти тогда же и расстались, ругались. Короче говоря, я опять плакала и извинялась. Он простил, но отношение ко мне испортилось. Он орал на меня каждый день, что у меня паранойя, я пытаюсь его контролировать. У меня был жуткий стресс, но решила я сохранить отношения. Честно, вот я сейчас еще не дочитала, а зачем, что сохранять? Как стресс, я решила сохранить отношения. Ну, у вас же стресс, вам плохо, зачем вы себя мучаете? Ой, разговоров о будущем у нас уже не было, только аргументы, почему со мной он не видит будущего. Что я не работаю, нет университета, я ревнивая, и он все ждет, кризиса в стране якобы не потянет он семью, то есть кризиса в Турции. Я начала слушать психологические всякие лекции, ваш канал, и все пазлы сошлись. Я поняла, что я жертва, у меня отец алкоголик, и я сама так позволила с собой обращаться. Я начала выруливать ситуацию. Все билеты до этого выклянчивала, чтобы каждый месяц мы виделись. У него отговорки, я занят, пандемия и так далее. Давила на него. А в декабре я озвучила, что если не хочешь, ну не покупай билеты. Он изменился немного, стал сам покупать все вовремя. Но в январе я стала понимать, что это не тот человек, и он очень хорош во многом, но будущего у нас нет. Я спросила в лоб. Какие у него планы со мной? Отношениям было 1,5 года. Он сказал, что не знает. А сказала я, хорошо, понимаю, он хочет оставить все как есть, встречи раз в месяц, содержание.
Я рассказала мои планы о семье, как он меня обижал. Он послушал, плакал 2 дня, но все осталось как есть. Просто он не кричит на меня, не срывает злобу, как раньше. Потому что от его криков меня начинает тошнить в прямом смысле. Я ему озвучила это, и он прекратил это делать. Сейчас я в этих отношениях, но они пустышка. Я меньше вкладываю силы, эмоции, просто нужны деньги. Подскажите, что делать? Я разочарована, но он относится ко мне намного лучше. Но чувства-то изменились. Он также прикрывается занятостью, когда он у себя в стране. Обеспечивает, дарит подарки. Конечно, сейчас меньше, чем раньше. Семья не бедная у него, с родителями по 5-7 раз на связи в день он. Работа их объединяет и так далее. Я девушка ранимая, чувствительная, но когда понимаю, что он того не стоит, становится жестоким, как сейчас. Все по полочкам, коплю деньги на момент нашего разрыва с ним. То есть девушка уже к этому готовится. За все это время он ни с кем меня не познакомил, даже с друзьями. Только в последний месяц из-за правды в лицо, которую я сказала, показал другу меня по видео, пообещал съездить к друзьям в Измир летом, к одной семейной паре. Я чувствую, что он меняется, когда я поменялась, но очень медленно. Мне 29, но у меня нет столько времени, чтобы ждать каких-то действий, перемен. Чувства остывают. Что делать? Подскажите, спасибо большое. Он всегда помогает, когда я болею, высылает деньги и заботится. Сейчас многие, наверное, начнут рядом мои подписчицы писать. Вот, какая ты плохая. С мужика деньги тянешь. Ты там, не знаю, меркантильная, да? Или там, ты только за бабки. Вот чем он тебя притянул. Ты хочешь красиво и легко жить, не напрягаться. В этом, если так по-бытовому просто смотреть, да, в этом есть момент этот. Если так рассматривать, да, это правда, ваши комментарии подобные или мысли имеют место быть. Но я хочу рассказать с точки зрения психологии, какой здесь механизм, да, чтобы девушка поняла, что с ней происходит. Просто на его месте будет другой, если она себя не исправит. Я поняла, что я жертва. Слава богу, что вы это поняли. Отчасти он... Хорошо, что вы понимаете, что ничего серьезного будущего нет, но вы все равно, знаете, если вас сейчас чуть-чуть помани и станет лучше, вы все равно жертвой, вы не перестали быть. Вы готовы опять в это дальше вылазить. Просто у него отношение уже изменилось, он наигрался с вами, вы его просто достали выносом мозга, давлением и всем прочим. Если бы он с вас еще эмоционально мог что-то подавить, то просто бы игра продолжалась, вас бы кормили обещанием, вы бы на все закрывали глаза. Он просто уже просто ничего не обещает, поэтому уже перестали вестись, и ваши надежды последние потеряны. Вот и все. Что делать, как себя вести? Ну, правильно делайте, откладывайте деньги на расставание. Вообще надо стать уже 29 лет, вы извините, но пора стать независимой, работающей девушкой. Неважно, какая работа, у вас должна быть своя копейка самостоятельная и не зависеть от него. Из-за вашей позиции жертвы, из-за того, как вот с папой проблемы, вот прям все это, все понимаете, да, то есть папа стал, был алкоголиком, вообще любви не хватало, вы нашли себе, вообще ваша задача по жизни, с чем вы шли, да, искали такие отношения, почему на него клюнули, потому что у него деньги есть, и он молодой относительно, да, ему Ван 29, ему 34, отличный союз по возрасту, но он не серьезно поиграть, а вам нужны серьезные отношения, потому что вы всегда искали такого человека, который... Вы инфантильно относитесь к жизни, не безответственно, вы не хотите работать, не хотите... Дело это не в деньгах и в работе, я вас не пытаюсь как-то заклеймить, не обижайтесь. Я к тому, что вы не хотите брать ответственность за свою жизнь, вы хотите найти того человека, который ответственность за вас возьмет. Это может быть человек старше вас гораздо, либо социально выше, у которого есть деньги на это, чтобы вас содержать. Поэтому вы на него клюнули, механизм сработал, у него есть деньги. Он мне помогал, поддерживал и тому подобное. Я стала в таких зависимых отношениях от него финансово и морально, и от всего. Соответственно, я готова делать все, что хочешь, только издевайся. Но ваше условие-то какое было? Отношения серьезные, это что он давать не хочет, у него несерьезно. И серьезным никогда не станет и не будет уже. Это пройденный этап, отношения себя изжили. Никто никому ничего здесь уже не обещает. И, по сути, вы уже тоже ни во что не поверите, вы все понимаете. Это очень хорошо. Это вот вывод, который у вас хоть какой-то появился, да? Если бы все было хорошо, он обещал вам, вы бы к этому выводу даже не пришли, письмо бы не написали, канал мой смотреть не начали. Механизм ваш, но который у вас до сих пор остался, вам, психологу, либо читать книжки на эту тему и в гугле навалом. Есть свободное время, не работайте, читайте, начинайте литературу на эту тему. Я к чему хочу обратиться, что вы сейчас ищете замену своему папе,
вообще, в принципе, деньги равно любовь у вас из детства, то, что этого не было потом. Вот либо этим покупалась любовь деньгами, тут два варианта, либо вообще не было денег, либо это покупалось родителями. Но так как проблем с папой, скорее всего, этого не было. И вы сейчас ищете себе замену, потому что вы в состоянии вот этого ребенка, девочки, которая была недолюбленная, недоласканная, которой не хватало внимания. И вот эта схема работы «любовь равно деньги», очень многие так по этой схеме сейчас девчонки молодые живут, да, ищут себе папиков и так далее. И на самом деле это крик о том, что «долюбите меня». Вы готовы будете вырасти самостоятельно, взять ответственность за свою жизнь, только когда совсем припрет, скажем так, жрать нечего будет, проще так, да, скажем, придется идти на работу по нужде. Либо когда вас долюбят, дадут любовь, вы потребность эту в себе закроете, свой сосуд, наполните его, и тогда вы возьмете ответственность за свою жизнь, вы захотите развиваться, у вас появятся другие интересы, у вас появится интерес к работе и тому подобное. На данный момент, пока у вас потребность в любви, а для вас любовь равно деньги, то есть на самом деле просто деньги дают в нашем обществе базовую, закрывают базовые потребности, и так жить просто проще, правильно? Дело-то не в самом наличии денег, да, а то, что они дают, ресурсы определенные. Когда вы это закрываете, сейчас вы, вам кажется, что все окей. Нет, не окей. Давая вам деньги, человек вас не любит. Хочу, чтобы вы это поняли. Это просто откупаться. И это ничего серьезного, как видите, в вашей практике не несет за собой. То есть не гарантия того, что вас возьмут жены. Вы понимаете, вы искали и продолжаете искать сейчас мужчину, который за вас... Я просто поняла это по эмоциям, потом с вами переписывали, да? Вы еще не готовы к этой перемене, но мысли в голове такие закрались. Это очень хорошо. Вы искали и будете искать сейчас еще мужчину, который будет вас воспитывать ребенка вашего, давать вам деньги, быть безответственной, нести ответственность. Но время-то уходит, вам сейчас уже 29 лет. И скоро на рынке невест вы будете не востребованы, потому что спустя 10 лет товарный вид будет другой, понимаете? Не к тому, что это товарно-денежные именно отношения. Просто потом будет труднее найти такого мужчину. И чтобы у них встать в такой ситуации, вообще без денег, без карьеры, без работы, без семьи, без детей, без мужчины остаться, ну это только в петлю залезть, вот реально никакой ноль реализации, это потом может очень сильно аукнуться. Поэтому у вас сейчас 29 лет, и для того первый шаг, чтобы стать независимым, хоть вам и не хочется идти работать, любая работа вам сейчас будет как бальзам на душу. Знаете, что вам надо? Вам надо почувствовать вкус денег, заработанные своим потом и кровью. Когда вы их будете ценить, да, это могут быть маленькие деньги, можно, не знаю, уборщицей пойти, но когда ты прижмешь деньги к груди своей, пишешь, я это заработала, это повышение самооценки, то, что вам сейчас нужно. Начинайте с малого. Ваш первый шаг – стать независимой. Не с целью от него расстаться или не зависеть, мне нужно много денег. Нет! Ему не говорите о том, что вы уходите, вообще его об этом не информируете, он тогда просто вам меньше денег будет давать, вам зачем надо? Просто начните для себя, получите первую зарплату, и вы почувствуете, и это ощущение о вас изменит. Это первый шаг. Надеюсь, видео было для многих полезным. Можете дать девушке советы. Я оставляю всегда почту под видео, когда вы можете написать свои истории, так же, как эта девушка на канале разберу, или записаться ко мне на психологические консультации. Спасибо вам за внимание. Если считаете, что видео полезное, ставьте обязательно лайк и распространяйте видео в соцсетях. Поделитесь им. Спасибо за внимание. Скоро увидимся. Всем пока.